8 апреля 1709 года гетман Иван Мазепа и шведский король Карл XII подписали союзный договор. В документе монарх подтверждал права и вольности украинского государства. Запорожье стало участником шведско-польско-украинского союза. Карл XII обязался не вступать в мирные переговоры с Россией, пока не будет вызволена Украина. Именно это соглашение привело к тому, что российская власть, укреплявшая свое влияние на Украине, предала Ивана Мазепу анафеме. 8 апреля 1930 года на экраны вышел кинофильм «Земля» патриарха украинского кинематографа, киносценариста, писателя и журналиста Александра Довженка. Через два года Довженко снял один из первых в истории советского кино звуковой фильм «Иван». Эта лента воспела индустриализацию Советского Союза, в частности, грандиозную стройку прошлого века – «Днепрогэс». Съемки проходили во время строительства, и благодаря мастерству оператора и режиссера документальные кадры создания невиданной до тех пор плотины органично влились в художественную ленту. Сам фильм, как и другие, получил всемирную известность.